Всем огромный привет! Хочу показать свои покупки, которые я совершила в начале сентября. Покупок было немного, были продуктовые, я их уже выстроила перед вами. Если интересно, кому, как мы гуляем по фикс-прайсу, как мы гуляем по городу, то предыдущие ролики, как раз влог, создан был для... снят был на эту тему. А вот покупки я решила снять отдельным роликом, потому что не все любят смотреть влоги, а покупки смотрят многие. В общем, кому интересно, как мы гуляли по магазину, то заходите в предыдущий ролик. По 25 рублей в нашем фикс-прайсе все еще чай Лисма, который я люблю и покупаю пакетированный 25 пакетиков. И также вот эти вот пасты коллекшн, макаронные изделия, тоже по 25 рублей я взяла несколько пачек, как того, так и другого. Из продуктовых покупок я еще взяла вот такие две банки. Это земляника, протертая с сахаром, и абрикос, протертый с сахаром. В каждой банке 420 грамм. Единственное, что эти банки изменили состав. Раньше он был более хороший. К сожалению, сейчас состав изменился. Вот. Ну, покупаем. Редко, конечно, я не каждый поход в фикс-прайсе это беру, но как варенье, как на блинчики, на сырники. Мне нравятся такие вот вещи. Из сладкого я взяла еще конфеты «Богатырь». Всего одну пачечку, потому что мы редко едим конфетки. Основным членом моей семьи их нельзя, поэтому... Иногда беру, чтобы те, кто хочет конфеты, они все-таки иногда были. Аромат сливки. Ну, вы знаете, вот сегодня я так поела, одну съела с чаем. Не сильно мне понравилось. Мне понравился, как сказать, дизайн конфет. Вот я сейчас вам покажу. Она похожа на конфетку из коробки, вот такая симпатичная. Но сливочный вкус на любителя. Вот, вот такая, в общем, конфетина. Из неполезного. Некоторые у меня члены семьи любят вот это неполезный Ролтон. Он там по 10 рублей пачка. Вот, взяла 4 пачки. Надеюсь, что когда-нибудь я их покупать не буду. И еще одна вещь из неполезного. По 25 рублей. Баночка лимонада. Она уже пустая. 330 миллилитров. Мы тоже купили, уже выпили. Ну, к счастью, что такие вот мелкие вещи, их выпиваем всей семьей, чтобы меньше досталось тому, кому нельзя. Максимке увидела цветной картон. Вы знаете, там была отдельная, как бы отдельный стенд со школьными принадлежностями. И написано была акция. Я почему-то подумала, что, наверное, так как уже 2 сентября, то будет распродажа. Может быть, там ниже цена или еще как-то. Но нет, 50 рублей был цветной картон. Что мне понравилось? 16 цветов. Это достаточно много. Я покупала Максимке в нашем магазине 8. Вот такой вот толстенький картон. И вот видно, что цветов очень много. Есть достаточно яркие. Ну, так как у меня электричество сейчас уже искусственное, то немножечко бледнее показывает. Вот. И последний картон даже вот чисто белый. Замечательный картон, он такой плотненький достаточно. Давайте спрячем макаронки. Вот такой. Для уроков самое то. По 25 рублей взяли вот такой... амортизирующий даже. Вот видите, он такой-то пластырь. Вот видите, давайте поближе вот так покажу. Видимо, очень приятный. Уменьшает болевой эффект, но благодаря вот этой вот как бы пружинистой поверхности. Препятствует повторному натиранию. А что я не буду я вам читать. Вот я вот так вот давайте покажу. Ну и главное, что дышащий. Много тут плюсов. Ну, самый большой плюс то, что
набор 5 штук таких, 5 штук других, видите, два размера, 25 рублей. Пластыри сейчас очень сложно за такую цену найти. Я, правда, не открывала, не смотрела, но подумала, что мы пластырь и пластырь. Так, вот, их тут всего, я вижу, 5. Да? А, нет, вот еще 5. Просто совсем крошечные, вот, совсем маленькие. 1 сантиметр на, ну, на 4, если так. А большой 2,5 сантиметра на 7. На хлопчатобумажной ткани. Вот. Ну, не зря открыли, хотя бы посмотрели еще и размерчики. 10 пластырев 2 размеров. Надо было еще. Я думала 50 рублей пластыри. А уже дома в чеке увидела, что были 25. Но сейчас как бы уже осень, они уже не так актуальны. Ну, раз я ближе уже к косметическим средствам, если можно пластыри назвать таковыми. Давайте я покажу маски. Увидела у Кати Потяковой. Катюш, если смотришь, огромный тебе привет. По 16,60 маски. Ну, просто замечательные. Не знаю я... Как и Катя говорила, что не знает эту фирму. Ну, я читаю Шалин, не знаю, как правильно. Я взяла какие? Вот они тут, не знаю, все, да? Нет, да, все идут двойные. То есть, видимо, тут сыворотка во второй части. Цена очень привлекательная. Даже не, нет, не сыворотка. Первый этап маска, второй этап крем. Маска идет только для лица, на шею она не идет. Так, во всех крем, 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 крем. Да. Ну, что я взяла? Интенсивное омоложение. Коррекция упругости, коррекция морщин, омолаживающий уход. Подтяжка, укрепление, восстановление. Активатор красоты. Вот почему-то она мне привлекла, видите, аж 2 взяла. Глубокое обновление. Интенсивный лифтинг, моментальный эффект написано. Так, и с экстрактом огурца маска уход увлажняющая. Тоже написано моментальный эффект. Ну, вы знаете, вот надо в ближайшие тут денечки попробовать и, может быть, еще подкупить. У меня единственное, что масок сейчас достаточно, и как бы накупать количество тоже не хотелось. Но цена 16,60, и видно масочки такие. Ну, по крайней мере, многообещающие. Я решила взять попробовать. Катюшке большое спасибо, что она подсказала. Благодаря таким обзорам, конечно, мы много что узнаем и вовремя успеваем покупать. Давайте покажу теперь контейнеры, которые я взяла. Некоторые я искала, но не могла долго найти. Вот, наконец-то с ними встретилась. Вот этот купил себе Максимка. У него прямо огромная любовь к бутылочкам, к баночкам. То, что можно закрыть, упаковать. Вот даже в поездке он привез термокружку. Вот он любит всякие такие вещи. Особенно, когда они так, так интересно открываются. Вот, ой-ой-ой-ой. Чуть камеру не сшибло. Мы тут единственное еще не поняли, что означает вот эта вот часть. Но, возможно, если туда наливать компотики, может быть, как-то так, чтобы ягодки или фруктики не булькали. Ну, не знаю, в общем. Вот такая оригинальная кружка. Так. Как тут мне закрыть? Вот так. Ну, очень интересно. Для ребенка интересно. Брать с собой в школу. У него карман, так, 2 кармана по бокам рюкзака. И вот как раз под карман очень хорошо втыкается этот стаканчик. И я думаю, что в школе ему пригодится. Ну и по контейнерам. Вот этот контейнер я несколько раз видела уже в фикс-прайсе, но не брала. Сейчас решила, что почему не брала, оно мне надо. Очень удобный, большой, длинный такой, с крышкой. И салаты можно складывать, и вот какие-то ягоды, например. Ну, когда вот сезон ягодный набрал, и он такой плоский, в холодильник легко убрать. Крышка такая прям, ну, хорошо сидит плотно. Так, сейчас я, видите, плотно, что сейчас я
А, нет, я за донышко тяну и думаю, надо же, как плотно. Нет, не настолько плотно, как я изображала, я просто не там открывала. Вот. У крышки есть хорошая такая ручка. В общем, замечательный контейнер. Много интересных было, конечно, средств в фикс-прайсе. Ну, кому интересно, зайдите во влог, посмотрите, как мы по нему гуляем. Конечно, там не так уж и много я всего снимала, но все-таки. У меня в маленькой комнате, ну, как в спальне, да, это спальня называется. Хотя она у нас и кабинет, и все остальное, все это спальня. Мой уход за ножками, маски, где я храню, оно так на полочке не очень удобно лежит, и я купила вот такой контейнер, чтобы я поставила на эту полочку, все в него косметическое сложила, вот то, что мне нужно, именно вот прикроватное такое. И будет так красиво теперь организовано все это стоять. Там бальзам для губ, то, что вот я забыла, например, взять с собой, и уже как-то в кроватке можно под рукой взять и использовать. Очень красивый такой дизайн. Вот. Мне так поставить, чтобы было и вам видно. Вот так. Давайте. Ну и последний контейнер. Вот его я хотела давно. Это контейнер был в двух цветах. Зеленый и не помню какой еще. Что-то темненькое. Но вообще, как вот по картинке понятно, что их тут много цветов. И он идет с перегородками. С помощью двух вставок корзина становится... Ой, простите за такой шум. Вот, здесь написано, что с помощью двух вставок корзина становится секционной. Секции, в общем, разбивается. Можно вот такие принадлежности, можно кухонную утварь хранить. Так, подальше это оторву. И вот такие вот две секции, которые очень удобно вставляются вот в эти вот пазы. Сейчас мы это сделаем. Вот. Одна. И сейчас вот вторая. Очень удобно. Я хочу под косметику в ящик, в комод. Под тональные основы. Потому что они у меня все лежа, а некоторые бутылочки, знаете, так когда уже ближе к дну, то лучше, чтобы они стояли. Потому что лежа утекает, надо ждать, если быстренько крем схватила. Надо ждать, когда он тут подтянется или выдавливать. Ну, в общем, мне будет удобнее так. Вот, хочу я это все сложить сюда. Если понравится такой метод, то я схожу, куплю еще таких контейнеров. Очень удобный. Долго я у девочек давно видела, долго искала. Но вот, наконец-то, у меня он есть. Очень я ему рада. Вот такие были у меня покупки. Чек у меня получился на 758 рублей. Вот. Все цены не дороже 50 рублей. В магазине бывает и 55, 77, 99. Но вот у меня так получилось в этот раз, что я набрала за 16,60, за 10 рублей вот роллтоны. Много что за 25 и за 50. И поэтому 758 рублей все вместе вышло. Очень я рада маскам. Я их буду тестировать и пробовать. Ну, реально очень интересно. Спасибо всем, кто был со мной. Спасибо всем, кто смотрел. Опять спасибо. Всем спасибо. Одно и то же говорю. Всем до новых встреч. Всем пока.